вот этих банки. Или они себе мазят? Мы же сыр взяли, будем что-то такое, сыр на что мазать. Мазать? Ну, в смысле. Вот, бери вот, вот этот длинненький черный. Зачем он такой большой? Хочешь, вот в упаковках есть хлеб. Вот, целая куча упаковок. Да ёлки-моталки. Да ёлки-моталки. Вот лепёшек сколько здесь. Ну возьми лаваш, он ничего не сохнет, ничего, если в пакетике лежит. Хорошо. Вот маслины. Они сильно соленые. Надо выбрать не соленые. Я вчера просил не сильно соленые. Но они были все равно сильно солеными. Вот эти с лимончиком вроде как. Лимончики плавают. Может, вот тех крупненьких взять зеленых? Да они будут соленые, как огурцы. Ну почему они будут соленые? Какие-то то ли пельмени. Что-то такое мелкое. Ну, примерки какие-то. Манты, манты. Маленькие манты. Покажи. А вот есть лайт йогурт еще. Что значит? Ну, легкий. Здесь жира. Сколько здесь жира? 4%, по-моему. 4%. А тот нулевой, что ли? Еще жирнее, чем этот? Что-то я не понял. А, вот он. Нет, здесь 0,1. Ну возьми давай такой. Не жирный? Не жирный. Точно? Ну для салата лучше же. Ну что? Килограммовые пачки? Это полукилограммовые. А, полу? Вот килограммовые. И вот. Ну вот такую, наверное, надо будет брать. Килограммовый, да? Даже не знаю, надо посмотреть в интернете и уже точно выбрать какой. Ну, может быть, да. Вот. Все, пошли, возьмем пиво. Подожди, какое пиво? Ну, как какое? Так, какую мы воду выпьем? Будем пить. Ну, вот эту вот. Эрекли. Эрикли. Эрикли? Да, почему Эрекли? Эрикли. Так, здесь куча всяких вафелек. Ну, не будем. Здесь шоколадки. С фисташками вкусные шоколадки. Вот такие покупали. Здесь вот тоже есть. Ну, такой черный шоколад я не брала еще с фисташками. Хочу попробовать. А вот еще тоже фисташки черные. Прям не знаю, какой. Ну ладно, уже взяла этот. Соки. Кстати, очень вкусные соки у них здесь. Вот, вот. Можно эти попробовать? Смотри, у тебя уже есть, а у меня тут нет. Это магазин Мигрос. Пасты разные, тахиновые. Шоколадная. Баночка шоколадной пасты 11 лир. Вообще недорого. Такие вот, как кексики маленькие, смотри, шоколадные. Попробуем. Брауни. Тоже кексики. Ну, вкусные, наверное, будут. И вкусные. Вот кексики. Ну, возьми, попробуем. Вот это вот какой-то белый шоколад, что ли, там. Да. Ну, вот пиво. Не, старый мельник есть. О, точно, старый мельник. Цена 16 лир.
Обалдеть. Дорого. Ну, это по нынешнему курсу приезжаете где-то рублей. И это вот пиво. 130. Тоже. Сколько это? 14 лет. 14 лет. 14,75. Ну, в общем, не сопьешься тут, в принципе. Вот такие вина. Цены. В пределах 50-60 лир. Да вот вообще вот такую вот 30 лир стоит. 13,5 градусов. А кто его делает? Турецкая. Потому что она невкусная. Так он, конечно. Вот здесь вот цены на крепкий алкоголь.